Ну что ж, ребята, всем привет, дорогие друзья, с вами снова DartBlaze, это долгожданное видео, собственно, о том же, как скачать аддон на Жигули Ньюкома, пак Жигули Ньюкома, Minecraft Pack Edition. Если что, ссылочка на данный пак будет в описании, точнее не в описании, а под прошлым роликом, то есть под обзором на данный пак. А, собственно, сегодня я вам покажу, как скачивать данный пак. Так как вы набрали под прошлым роликом, уже набрали 100 лайков, я уже вам это сейчас покажу. Но, пожалуйста, перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайк, жмякните на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Ну и можете, конечно же, наш любимый царский комментарий тоже написать. Ладно, больше не буду тянуть, давайте смотреть ролик. И также я вам напоминаю, что нужно, перед тем, как вы будете устанавливать, вам установить ES-проводник. Потому что через ЕС-проводник это все, эта вся процедура будет делаться. Все, не буду больше тянуть, погнали. Что ж, ребята, для начала мы заходим в ЕС-проводник. Да, есть такое предложение, приложение. Именно с этим приложением мы сможем, собственно, установить данный мод. Но для начала не забудьте скачать из двух ссылок мои файлы, которые я оставил в описании под прошлым видео. Ну, то есть под обзором, собственно, под обзором Жигулей. Так, заходим в загрузки. И мы тут видим вот этих два файла, мы их копируем. Так, нажимаем копировать. Все, и теперь домашние страницы нажимаем. Далее вот здесь вправо, собственно, листаем. И здесь мы видим, что здесь всякие папки. Нам нужно, господи, а где, ребята? А вот, все, нашли домашнюю папку. Вот, нам нужно, смотрите, в Games, папочка Games. Здесь далее, comma Jane, то есть, ну, этот Майнкрафт папочка такая. И здесь мы видим очень много папок. Вообще, по факту, нужно в эту засунуть ресурсы, а в эту засунуть behavior. Я сделал уже по-другому, так как я в этом первый раз, короче, устанавливал через здесь проводник. Смотрите, в это я засунул, получается, B и R. Ну, вы можете сделать то же самое. Потом еще раз копировать и засунуть это вот сюда, то есть в дипломир behavior. И вот сюда, дипломир ресурсов. После этого у вас в Майнкрафте появится, собственно, мод, ну, как обычно. Например, сайты мы скачиваем, там написано импорт запущен, и все. Но только импорт запущен там не будет. Например, вы заходите в мир, просто, ну, где моды, собственно, вы выбираете, и там уже будут данные моды сразу же. Главное, перед тем, как устанавливать, не забудьте Майнкрафт закрыть. В принципе, все, у вас моды заработали. Ну что ж, понравился ролик, ты все понял, тогда обязательно лайк поставь, подпишись на канал, жмякни на колокольчик, ну и, конечно же, подпишись на, собственно, мой канал, да-да, именно так. Ну и, конечно же, если ты не видел обзор на данный мод, обязательно посмотри, на моем канале это было последнее видео, ну, если это видео ты видишь, значит, оно уже предпоследнее. Ну и, реально, давай, подпишись, ну и вот это вот, ну, твой же вот, не вот этот подсолнух, который там был в картинке. Ладно, с вами был DartBlaze, подписывайтесь, лайк, надеюсь, вы все поняли. Всем удачи, всем пока.